Приветствую всех на канале Лана Арт. Сегодня 4 сентября 2018 года, и мне хотелось бы подвести итоги о томатах-самосевах. Ну, теперь я точно могу сказать, что это достаточно крупные томаты, что это томаты детерминантные, и их удачно можно выращивать как в открытом грунте, так и в парнике. Но эти томатики росли у меня только на улице, они ничем не обрабатывались от фитофторы, за исключением в начале, когда я сажала, я проливала землю фитоспорином. Удобрялись эти томаты травяным настоем в начале и ближе уже к периоду созревания калийными удобрениями, по-моему, калий-фосфор. В принципе, томаты меня устроили всем. Возможно, за исключением того, что они все-таки склонны к растрескиванию. Наверное, для томатов это не очень хорошо. Но если соблюдать правильно, наверное, режим полива, не делать каких-то резких заливаний томата, то мне кажется, что это можно избежать. По цвету эти томаты ближе к розовым сортам, они крупные. Единственное, что не знаю, с чем это связано, они имеют вот такие как бы тут донцы. Не все томаты, но в массе своей вот, видите, они имеют такие донцы. Здесь вот как где-то меньше, где-то больше. Что еще сказать про этот томат? Достаточно скороспелый, ну скажем, не скороспелый, но раннего срока созревания, что тоже в принципе хорошо. И я хочу сейчас вот разрезать томатик и посмотреть, какие они на срезе у нас эти томаты. Давайте возьмем вот этот томат, разрежем. Хочу взять семена с них, посадить в следующем году. Ну вот мы видим, что томаты достаточно мясистые, что мне тоже в принципе нравится. По вкусу они, ну скажем, не вот супер сладкие, но такой приятный томатный вкус. Я, в общем-то, довольна результатом и теперь даже не жалею, что я посадила эти томаты и ухаживала за ними весь сезон. Это того стоило. На самом деле это очень интересно. Что касается размеров там этих томатов, то они, ну, в массе своей вот были достаточно крупные. То есть у меня, к сожалению, весов нет, но вот по сравнению с рукой, то есть это достаточно крупные были. И вот веточки со средними, скажем так, плодами. Но в массе своей это достаточно крупноплодный сорт, что тоже, в принципе, меня порадовало. Вот немножко растрескивание есть у томатов, такое не у всех, но наблюдается. Вот. Поэтому, конечно же, я соберу семена сейчас с этих томатов и посажу эти томаты на следующий год.